пойдем. Проблем. А вот не скажите, камеры не очень смотрят. И должность ваша, статус? Действующий. Угу. Сейчас мы тогда пригласим понятых и будем проводить осмотр. Упакованы, опечатаны, заверены подписями следователей и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. Как вы здесь оказались? Что вы здесь делали? Почему здесь находитесь? Я в настоящее время не бывает для вас каких-то. Вы хотите воспользоваться статьей 51 Конституции РФ, да? Обратите внимание, в кармане сумки обнаружен сверток, упакованный в целлофан прозрачный.